Ложь против правды. Мир, где женщины говорят только правду. Ложь. Что-нибудь случилось? Нет, ничего. Приятного аппетита. Правда? Что-нибудь случилось? 4 месяца назад мы впервые взялись за руки. Как ты мог забыть такую дату? А теперь еще и спрашиваешь, что случилось? Приятного аппетита. Ложь. Привет, Кристинка. Я уже на месте. Привет, отлично. Я буду минуток через 5. Отлично. Правда? Привет, Кристинка. Я уже на месте. Пожалуйста, подожди еще 1-2 часика, ладно? Мне нужно побрить ноги, ну, привести себя в порядок. И, кстати, сможешь пока сбегать купить затычек для ушей? Кажется, моя бабуля сегодня остается у нас. Ложь. Ну, как тебе? Ох, это было потрясающе. Правда? Ну, как тебе? Ну что тут скажешь? Крошечная палочка не оказалась волшебной. Тебе бы пройти мастер-класс у моего бывшего? Ложь. Может быть, зайдем к тебе на кофе? Нет, мне кажется, еще слишком рано. Ведь это первое свидание, я не готова. Правда? Может быть, зайдем к тебе на кофе? Слава богу, ты спросил. Я нереально возбуждена. У меня не было секса 2 года. Влетай, красавчик. Ложь. Прости. Привет, Лени. Да, я на свидании. Прости, не могу сейчас говорить. Я позвоню тебе позже, ладно? Пока. Извини. А на чем мы остановились? Правда? Привет, Лени. А, да я на свидании. Ну, он передо мной. Ну, что я тебе могу сказать? Он толстый. Наверное, он про спортзалы ни разу не слышал ничего. А, отвратительное самое. У него изо рта пахнет хуже, чем от моих собак. Ну, он не прекрасный принц. Думаю, не стоило врать ему о моем возрасте, ведь мне не 25, а 35. Надеюсь, он хотя бы заплатит за нас обоих. Ладно, созвонимся. Пока. Прости. Так на чем мы остановились? Мужчины, неужели вы на самом деле хотите слышать только правду? Закадровый текст читали Ирина Чеснокова и Максим Ли. Все права спрошены и получены. Наверное, мне придется пригласить моего бывшего для тебя. Как я еще смогу переврать текст? Приятного аппетита. После такого и не подавишься? Нет. В этом все женщины. Молдавский привет вам!